каждый год. Да. Верите в вакцинацию, и все снова будет. Все хорошо. Сегодня вакцинируют препаратом Грипол. Название хоть и не меняется, но каждый год он содержит штаммы именно тех разновидностей гриппа, которые наиболее актуальны. В первую очередь подлежат это социальные группы населения, пенсионеры, медицинские работники, работники образования, пищевая промышленность, торговля, работники транспорта. Сделать прививку можно как на работе, куда по заявкам выезжают медики, так и в поликлинике. Вот в этой даже среди рабочего дня за прививками занимают очередь. Скоро зима, и болеть не хочется. Я не болела гриппом. Ни гриппом, ни ОРЗ никаким. Все было нормально. Тем, кто ставит прививки ежегодно, выдают специальный сертификат – книжку, в которую заносят данные о вакцинах. А после укола советуют соблюдать несколько правил – не мочить место прививки, не переохлаждаться и не употреблять алкоголь.